Whatever she's having, we'll take two of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up, I'm about to toss you round. I'm about to take you out, I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Hear me. I'm about to take you down. I'm about to take you down, hey, hey. Don't you give yourself. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы проснулись. Не смотрите, не обращайте, пожалуйста, внимания на мои прыщи. Небольшие. Но это из-за перелета в основном. Вот. На самом деле их не так много. И мы сейчас будем завтракать, и потом, я думаю, что мы пойдем и будем смотреть, что интересненького находится в Кембридже. Вот так. Хотела вам быстренько показать, что я взяла с собой из макияжа. Это обычно все, что я с собой беру. Самые мои необходимые вещи. Это, конечно же, мой крем от Maybelline. Называется Fit Me Foundation. Офигенная вот эта штучка от Catrice. Я ее просто обожаю. Называется Prime and Fine. Обожаю как хайлайтер, так и бронзер, но особенно бронзер. Конечно же, моя палетка Sleek, All Natural, Flor Mara, о котором я говорила в своих фаворитах за 2016 год. Stay Matte от Rimmel, пудра моя любимая. Вот этот офигенский, просто нереально классный консилер. Обожаю его, просто дико люблю. Также карандаш для бровей мой любимый от Catrice. Также тушь, которой я постоянно пользуюсь, лореалевская. Вот, что еще? Помада у меня маковская. Кстати, меня очень многие спрашивают про помаду. Во влоге, где я говорю про еду, меня все спрашивают, что это у тебя за помада. Я уже про нее говорила. Это маковская помада. Называется она в оттенке Really Me. Оттенок 46. Она такая красивая. Вот, сейчас вам поставлю. Очень красивая, очень... Такая кремовая, не кремовая, а нюдовая. Нюдово-розовая, как припыленная роза оттенок. Ой, очень красиво смотрится. И также карандаш для губ. Мой неизменный, это малюсенький такой карандашик от Art Deco. Сейчас буду наносить макияж. Хотела вам так быстренько показать, что я взяла. А, еще хочу показать кружку, которую мы купили. Похоже на Mason Jar. Мы ее купили также в TK Maxx. Тот магазин, где я купила свои брендовые очки от Just Cavalli. Крутая, мне она очень нравится. Я вам говорила, что я обожаю кружки. Вот в итоге мы ухватили. Мне очень нравится, в Латвии я таких у нас не видела. Забыла сказать про карандаш от Essence, вот он, мой самый любименький карандашик. Это карандаш для глаз. Ну, я думаю, что если вы смотрите мой канал, вы уже знаете, что я его просто обожаю. Без него я никуда не езжу. Коричневого цвета. Оттенок называется Hot Chocolate. Whatever she's having, we'll take two of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up, I'm about to toss you round. I'm about to take you out, I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Зашли в Sainsbury's, это одна из торговых сетей в Англии. Что-то, как у нас в Латвии, Реми. Это достаточно большой Sainsbury's. Также у них есть магазины Tesco's. И мы тут хотим просто посмотреть, что-то прикупить. Конечно, большой выбор. Я ничего не могу сказать. Выбор большой. Всего много. Но у нас сейчас в магазине тоже, на самом деле, в больших магазинах тоже достаточно большой выбор. Все есть, все, с чего хочешь. И электроника, и продукты питания. Я хочу сейчас посмотреть что-то сладенькое. У них даже лаптопы продаются. У нас такого я даже не замечала. Хотя, может быть, где-то и есть. Также популярно вот у них в магазинах продавать аптечные всякие штучки. Кармекс, конечно же. Конечно же, Кармекс, но у меня этого Кармекса уже навалом. Поэтому мне он пока что не нужен. У них здесь есть аптека, вот почему я... О, Olay. А у нас в Латвии нет Olay, кстати, крем. Мне очень-очень нравился раньше крем Olay. Но я не уверена, что я сейчас смогу найти именно тот, который у меня был. У меня был какой-то Triple Complete. Multi-layered, lightweight, normal.
не знаю, тот ли это или не тот. Everyday skin exposed. Наверное, это не тот, который у меня был. Ну, короче, хорошо, что у них есть Olay. Также у них есть аптека. Вот сзади меня прямо можете видеть. В супермаркете. Это очень удобно. Мне это очень нравится, потому что мне кажется, что когда все находится в одном месте, это круто. Также, конечно же, у них продаются туши. Туши. Главное, так я говорю, туши. Не туши, а косметика. Реально, капкейкс. Да, вот у них там аптека. У них есть такой бренд, очень мне понравился, называется Root Health. Органические батончики со свеклой, которые сделаны из свеклы и из разных орехов. В общем, там практически нет сахара, настоящие фрукты или овощи. Хотели найти эти батончики, потому что с ними удобно путешествовать, они легкие, они полезны достаточно, но, к сожалению, мы их не нашли. Все разобрали. Так что, если будете где-нибудь в Англии, посмотрите, обратите внимание на бренд Root Health. Он реально крутой. Они, конечно, не очень дешевые, но они, если так сказать, из таких вот снеков очень полезные и вкусные. Так что да. Мы нашли все, что мы хотели. Не удалось вам настолько много поснимать, но ничего. В общем, да. Конечно, в зимнее время здесь не холодно. Вот сейчас я смотрю на термометр, показывает 8 градусов. Достаточно тепло, но из-за дождя достаточно ощущается сыро. Вот, и поэтому из-за сырости может быть прохладно. Но, конечно, не сравнится там с морозами, с зимой, с настоящей. Тут был немножечко снег, когда мы вчера приехали, чуть-чуть так припорошило. И было, по-моему, то ли 0, то ли минус 1. Но вот сегодня явно потеплело. И у них даже, я очень удивилась, мы проезжали, я видела деревья сакурой. То есть, я так, что? Вот что сакура? Сакура в январе. Если я смогу, я вам покажу. Я сказала, что я сниму цветение. Сейчас середина января, 2017 год. И, как вы видите, деревья все в цвету. В Риге вы такого точно не увидите. Очень красиво. We'll take two of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up. I'm about to toss you round. I'm about to take you out. I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Hear me? I'm about to take you down. I'm about to take you down, hey, hey. Don't you give yourself away. Don't you let